Вот у меня в данный момент разобранный замок, я все смотрел и понял, что вот эта мама внутрь, если посмотреть, это будет треугольник, и вот этот треугольник относительно вот этой вот линии должен быть как бы расположен вертикально. И здесь вот так расположено, то есть вот так. Ну, это я делаю при нажатии вот этого крючка. То есть еще идет ход, чтобы установить ее вот именно вертикальное положение. То есть я крючок двигаю таким вот образом. А к чему это я говорю? Потому что вот эта вот лапка, вот эта лапка, вот здесь, она в данный момент находится вот таким вот образом. Вот я все просмотрел. То есть если вот это отходит туда, если зеркально смотреть изображение, это отходит туда. Это вверх, это вверх, это вниз, это вниз. То есть находится лапка вот в этом положении. И когда она начинает вращение за счет вот этого крючка, то идет как бы свободный ход, вот этот свободный ход. И вот эта вот лапка, она уходит все ниже, ниже. А тут как ну вот так. Ниже, ниже, а тут только начинает. Тут, я так понял, контакты как с этой стороны, так и с этой стороны. Тут контакты как бы размыкаются, а там смыкаются. Вот такой вот ход холостой получается. Вот такой вот лишний. Ну и если мы на лапку смотрим, то у лапки движение, конечно, большое. А если по оси смотреть, то по оси движение вообще маленькое. Вот я сейчас установлю вот сюда. И вот рычаг вот этот, лапка. То я вот таким вот образом все прикладывал, смотрел. И действительно у меня вот этот свободный ход, вот этот, вот так должно быть установлено. Если вот так смотреть, вот так должно быть. Он находится вот таким вот образом. И движение этой лапки, вот я вот таким вот образом делаю, а тут движение вообще маленькое. Это играет роль огромную на включение и выключение вот этого вот упора, а также играет роль на вот эту вот лапку, которая уходит все дальше и дальше и дальше. Дальше и дальше и дальше. Вот что я обнаружил. То есть тут невозможно просто что-либо сделать. Я сейчас буду собирать, взял клей-момент и буду вот это вот все соединять. То есть здесь с контактами, тут сухо все, все нормально. И теперь мне вот таким вот образом нужно это все собрать. Так, мне нужно в эту сторону сделать. А, в эту и в эту. Вот так надо сделать. Вот как получается, это интересно. Теперь. Что, куда, да к чему. Вот так, наверное, я буду делать. Или эту туда. А, вот так буду. Значит, вот сюда в паз я налью клей, если он есть. Ой, елки, налил сколько много. Налью туда клей обязательно. Вот тут клея не было, я так понимаю. Вот здесь вот добавили и все. Работает, а этот тоже работает, лишь бы тут все склеилось. Теперь буду либо силиконом здесь все закрывать, либо еще какой-либо клей найду, но все это нужно заклеить.
Вот такой уродливый теперь замок у меня получился. Вроде бы как две детали приклеились. Вот смотрите, как я тут оторвал. Сейчас можно феном еще раз пройтись и туда опять уложить вот эти вот края, которые я приподнял. Ну, в принципе, вообще классно. Может, даже еще лучше получилось. Теперь мне нужно установить и собрать таким образом. Так, это как у меня было? Вот это здесь было, это здесь, это вот туда, вот так должна быть. Вроде бы все. Все работает, и теперь каким-то образом нужно опять это все собрать. Надо вот так придерживаться, как пальцы придерживаться, чтобы не упала эта запчасть. Теперь лапки нужно еще больше отгибать. Вроде ничего не мешает. Я теперь лапки стараюсь, вот эти вот лапки стараюсь туда. Вот эту надо отогнуть. Не знаю, как у меня соберется это половинка, но я понимаю, что нужно лапки туда, вот сюда в щели запихать каким-то образом. Поднять надо. Завязать, что ли, чем-либо. Как-то же я устанавливал, как-то четко все получилось, идеально, все ровно. И все-таки надо установить эти две половинки замка, и этот фильм будет неинтересен, если я не установлю. То есть мне нужно следить вот за этими и чтобы вот это было не там, вот здесь и здесь. Не знаю даже как, честно. А вот так боком, вот так, уже легче стало.
Вот это вот я приподнял. Уже пальцы устали. Так, вот, вот. Вот все. Установил вроде бы. Вроде бы все установил. Сейчас надо обязательно проверить. Все срабатывает, вроде бы как получилось. Теперь мне нужно сжать вот эти вот, срочно сжать. Это скорее всего молотком уже надо бить, здесь тоже сжимать только молотком. Пойду за молотком, забью и соединю. Потом здесь буду что-то делать, покрасивее, чтобы было. Возвращаю на место. Вот я, смотрите, возвращаю, и делается очень красиво. Тут даже вот так вот смял, аж приклеилось между собой, это пластмассина. То есть и здесь тоже вот так вот нагреваю. То раньше грел для того, чтобы снять, а теперь разогреваю для того, чтобы склеить это все и восстановить. Приблизительно так, как было на заводе. Вот смотрите. Вот так вот шевелится. Сильно еще я не прижал. Потому что, скорее всего, здесь подольше надо нагревать. Все возвращается на свои места. Можно вот таким вот образом пройтись и склеить. Во, уже как красиво получилось. Тут вообще шикарно. Останется только подшлифовать и будет как новый.